Всем привет, привет, это тут солнечная Италия на проводе. Я не знаю как, но я включила радио. Перед тем, как буду я делать цветную капусточку, я хочу себя попочивать. Видите, у меня сейчас шторы сняты, я даже вешать их не... Я думала, сегодня повешу, но не хочу. Кстати, девчонки, я показывала, наверное, вот эту вот смывку вам для чистилку, для планшетов, телевизоров, каких-то касок, да, для всего. Там лежала в наборе вот такая вот тряпочка. Вот такой вот флакончик с дозатором. Я так начистила телевизоры, это нечто. У меня просто никаких разводов, все чистенько, они просто отполированы. Да, это не стоит 1 евро, но это стоит того, иметь дома под рукой вот эту вот чистилку для телевизоров. Телевизоры у меня во всех комнатах, и в моем рабочем кабинете на кухне, и в моей комнате, и в Сашиной комнате. Так, споласкиваю ручки. Надо еще просто не вывесить, которую я постирала. Так, значит, что мы делаем? Мы картошку... Да что ж картошки не нажарили? Так вот тоже. Расслабон. Так, девочки, потому что Марина Владимировна любит пожрать, но не любит заморачиваться. Так, чистим сюда картошечку, тарелочку с грибочками, а потом уже буду делать спокойненько этот самый. Да, у нас стоит корона, это здесь корона, она подорожала, она так не стоила, она стоила, была акция в Карифуре, я снимала с Карла, когда ездила, она была по 90 копеек. Просто она всегда была популярная. Просто она сейчас популярная летом от того, что ее надо мало. От нее не это самое. Вертолетов нету. Ну, она расслабляет немножечко, естественно. Ну, как вы хотели не расслабиться? Ой, каждому свое, каждому свое. Я уже сюда перенесла. Уже туда перенесла. Мне же надо платье погладить. Я уже это платье тоже свое, которое я покупала с Микки Маусами, тоже его простернула. Ну, как оно пахнет. О, бля, как здесь, я не знаю, зона, полы перемыты. Об этом даже, это даже не обсуждается, полы у меня моются каждый день. Не моются, они протираются, это буквально на них уходит, но 20 минут вашей жизни в день на протирку полов. Зеркала я всего, я просто уже не снимала, потому что, ну, многие пишут там, хватит уборка, хватит уборка. Я не снимала, я зеркала сегодня помыла везде, в моей комнате, в Сашиной комнате, хотя она там сама вчера убирала. Но у меня такая привычка, после кого-то все равно я лезу переубирать. Вот, я зеркала помыла. Сегодня как-то под вечерок идет немножечко, я чувствую холодок. Такой легкий-легкий ветерок я чувствую. Говорит, что за праздник? Кто-то пишет, праздник лишь бы выпить. Господи, это же не я праздник придумала. Это праздник, у них называется Ферагосто. Это начинается, это у них официальное лето закончилось. Я не знаю, сейчас в комментариях вам напишут. Как, я не знаю, сейчас ляпну. Это официальный отсчет от отпусков. Все уходят в отпуск. Мы снимали как-то, как это проводится на море. Они все, они приносят на море тазы, ведра. Мы снимали как-то в Софии. Приносят все это на море, они брызгаются этим. Все, смотрите. Картошечка. Сейчас петрушечку. Петрушка, девочки, что ж мне делать теперь? Где-то воняет рыбой. Петрушка такая себе в этих магазинах, конечно. Самая лучшая петрушка это в Карифуре. Сделала скрин, еще раз огромное спасибо, кто не поленился написать за огурцы, что порезать там на 15 минут. Соль, нету перца в горошек, не забуду, куплю на неделе перец в горошек. Обязательно сделаю малосольные огурцы, мне нравятся. С картошкой, с вареной. Я вообще не парюсь, я люблю. У меня даже, кстати, сестра тоже любит вот так вот картошечку отваренную там. Ну, она ее жарит. Не знаю, мне просто, если ее жарить, надо жарить в нескольких сковородках. Потому что мы ее любим. А что, если самой жарить, а что, пожарил,
Саша пришла, я сейчас поела картошки, ей не оставила. Я много ем. Кто как работает, так и ест. Так, петрушечка. Я надеюсь, что я себе заставлю сегодня еще поменять рис в ножах. Нужно поменять. Вот. Режу петрушечку. Ну, не заморачиваюсь. На ногти не обрезать. Боже, как же мне нравятся эти ресницы. Вообще не накрашены. Ни стрелок, ничего нету. Ни тонака. Единственное, что вот это вот мы ходили с Софией, гуляли по городу. Ну, там типа шопились. Ну, это такое одно название. Шопились, естественно. И ну, здесь раздражение от маски пошло. От маски нет раздражения. Саша уже на подъезде. На подъезде к дому. Ждала автобус. Опять с этим самым шляется. Не нравится мне это. Мне это не говорит, мне это говорят люди. Не нравится мне. Не потому, что там вы видели на видео одно. Потому что я знаю то, что я не могу сказать на видео. Только от того, что я не могу. Я могу сказать там Елене Павловне, могу сказать сестре. Кстати, Елену Павловну пару дней не слышала. Грибочки. Что еще надо? Ну что? Сейчас их перемешаю. У меня с лучком. Я вчера купила их по 2 с чем-то в магазине. Если на этой неделе буду, привезу еще пару банок. Посмотрю, до какого. Они же не пропадают, я так понимаю. Сестра мне говорит, они же не пропадают. Потому что за такую цену грибы, это очень дешево. Посмотрите, какой гриб. Смотрите, какая красота. Вот, я хочу прикупить, я их промываю и поставлю, чтобы они стояли. Это нормальная цена. Хлебушек мой черный. Это нормальная цена за грибы. 2 банки я привезла. Я вообще с удовольствием привезла бы 3. Точно так же, как был комментарий. Ну, шопится на всякие ерунду каждый день. Если, еще раз повторяю, если у вас есть машина, вы сели в машину, поехали, вы купили все, что вам надо, там закупились, как делают это большие семьи, привезли. У меня нет такой возможности, я все в тачке увезти не могу. Поэтому мне приходится ходить туда каждый день, через день, подкупать то, что мне нужно. Потому что иногда покупаем, это у меня стоит, пропадает там, я должна выбрасывать. Поэтому я лучше каждый день буду подходить, там помидорчик купила, там еще что-то. Вот сегодня овощей много купила, и все, я об этом забуду, понимаете. И оно кажется, что каждый день, а как вы хотели. Кто-то ходит за молоком, у меня молоко стоит, он никто не пьет каждый день. Кто-то ходит каждый день за пивом, за водкой, я не знаю, за мясом. Мясо я не покупаю. Так, ну что, пробуем. А сколько я сделала солькой? Картошечку. Ну, какой гриб. Все. Пища богов. Сейчас капусточку доделаю. Сначала поем, чтобы не на голодный желудок. Сделаю капусточку. Грибочки даже, если достоят до завтрашнего дня, тоже отлично. Мне кажется, самая вкусная еда – картошка. В мундирах и грибочки. Куплю черный перец, сделаю обязательно огурцы. У меня только вот такой перец есть. Что я делаю? Я ужинаю. Так. Спасибо, читала комментарий, понравилась сумка. Слушайте, ну сумка к зубам не имеет никакого отношения. Мне кажется, все равно нужно себя иногда баловать. Ну а что ж это такое?
А то, знаете, и на зубы не накупите, и сумку не купите. Хорошая сумка стоит нормально. Сейчас я сделаю. Это опять картошку мундира хварит. Ну а что? Ну люблю, я картошница. Я очень люблю картошку. Очень. Так. Иванова с Батерова. С баттера сбивать. Так, сюда у нас идет. Где еще одна тарелка? Мука. Я приготовлю. Завтра приеду. У меня уже будет готовый там обед или ужин. Мне так нравится. Было все готово. А, это я хотела сфотографировать, мне надо купить кошакам. Не мою им глаза. Дальше что мы делаем? Обваливаем в яйце, потом в муке. Ну, в принципе, как и всех. Ничего нового. Ой, хоть погодка, хоть немножко сходит жара. Как же жарко-то. У нас, знаете, не то, что даже жарко, вот эта духота стоит. Понимаете, если бы оно хотя бы пролило, хотя бы, там, я не знаю, два бы дня хорошо пролило бы, почву бы напитало. Что такое у меня? Не могу понять. В кольцо залезло волосы. Кольце. Так. Саша придет, говорит, когда София поедет, какой она домик купила? Я же вам оставила ссылочку. Там же они показывают домик для котика. Хороший дом она купила. Угу. Она любит животных, молодец. Сразу, видите, все организовано. На потом не оставила, все организовано. Сделала. В этом плане умничка. Так, капусточку обваливаем. Она, кстати, приглашала, говорит, может быть, Карло с нами поедет. Я говорю, а его ж нету. Он только завтра приедет. Это он завтра приедет, будет целый день дома. Вот, и все, в понедельник мы уже на работу. Неделю побыл с родственниками. Кто-то что-то стучит, кто-то что-то делает, жара спала, кто-то вышел во двор. У бабушки на первом этаже окна все открытые. Так. Покладываем. Сейчас. Не, хотела показать, что вам показывать. Все знают, просто что в яйце, в муке, да и все. И на сковородку. Я приготовила лоточек. Лоток сложу. Это мы еще как-то, когда с Карло были, по-моему, в магазин Lidl мы, наверное, были. И там со скидкой были. Я вот там брала вот эти вот судочки, там их три. Один в одном. Потом мне девушка уже написала в комментариях, говорит, Марина, они неудобны тем, что они не квадратные. Говорит, в холодильник удобно квадратные. Ну, допустим, вот София со скидкой взяла за 6 с чем-то. Она взяла вообще стеклянные. Там тоже, по-моему, сколько там штук, я уж не помню. 6, по-моему, да? Судочки стеклянные, вообще круто. Ну да, они тоже круглые. Тоже, считайте, неудобные. Не подумала сразу, это ж вы, девчонки хозяйственные, эксперты. Знаете, а я что, эксперт пополам? Но опять же, тоже на себя наговаривать нельзя. Сейчас вывешу простынь, которую постирала от постельного белья, верхнюю. Я же ее сняла, да? Я говорила. Машинку загружу, посудомойку. Протру пол. Постелю дорожку. Чтобы завтра, когда я приехала, у меня было все убрано. Протру пол специально после того, что после готовки. Вот это вот все. Я обязательно протру. Завтра приеду, у меня будет чистенько. Я обожаю входить в свою квартиру, когда вот уставший там, или после уборки, после чьей-то придешь. И заходишь, а у тебя аллилуйя, красота. Все, видите, что тут. Еще ж выбирала самую большую, эту, выбирала самую большую капусту. Все, это сейчас я поставлю посудомойку. Не знаю, если Саша с нами поедет, сейчас спрошу. Я вот вчера... А, вон они лежат, сережки же я мерила, написали, как у цыган фиаз, вот эти сережки, которые с Зары. У Александры маленькие вот эти вот духи, потому что несколько раз попадались на этот комментарий. У Александры духи стоили 3,60 или 3,80, ну, в общем, до 4 евро.
может, 3,90, вот сейчас не помню. У Александры вот эти маленькие духи, они стоили 3 с чем-то. Но они удобные для девчонок, сумку бросил и пошел. Но ей понравились. Я говорю, если тебе... А я же еще вчера разбила одни, не специально. Подметала быстренько-быстренько, хотела что-то замести, что-то там это. И как-то я неудачно их взяла, они мне пах, и сразу раскололись. Она расстроилась, потому что они были запах хороший. Кто-то звонит. Софи, я тебе перезвоню, я снимаю видео. Тебе можно почти по минуте. София, что-то звонила, сейчас я ей перезвоню. Так, это мы сюда в муку. Что я говорила, что я... А, духи, я ей говорю, запомни, как называется, там, сфоткай эту бумажку, или бумажку уже не выкидывай. Если тебе нравится, сходишь, купишь большой себе. Ну, большой флакончик пусть стоит у тебя, если они... Ну, они действительно хороший запах. Они недорогие, я так думаю, потому что что-то я не обратила внимания на большие духи, сколько они стоят. Сходишь, купишь. Ну, если мы не приучим наших девочек к духам, к дезодорантам, прокладкам, я не знаю, но кто их еще приучит? Улица? Ну, вы сами знаете, к чему приучит улица. Поэтому, ну, мне нравилось. Я из детства духала своими духами, они в школу ходили, надуханные моими духами. Вот. А кто им еще подскажет, как ему? Все, девчули, на этом буду заканчивать. Я доделываю, подумаю, попыхтела. Сразу дождусь. Муку можно было досыпать сюда. Так. Это убрать. Так, Леопатре отдать по луковице. А что я буду ей отдавать? Я ее сейчас пакет положу. Мажора. У меня здесь хлеб остался. Надо убрать. И шторы вешать я сегодня точно не буду. Лежат вот эти вот, господи, лежат дуги у нас этих самых. Ой, кошка легла. Дуги от этого лежат. Сверху сняла, постирала. Но сейчас не буду вешать. Сегодня точно не буду. Сегодня не хочу. Девчонки, патчи для глаз я держала. Спасибо за советы. Я всегда держала их в холодильнике, да, они более приятные такие. Просто там написано, что их надо типа пользоваться раз, три раза в неделю. Не знаю, может, это раньше, когда у меня были там желтые патчи, черные, я каждый день, если не забывала. Просто что, если они, девочка написала, умылись и сразу наложили патчи. Они удобно, когда около кровати, когда только проснулись. Видите, как хорошо с этими ресницами. Я читала, там тоже были комментарии, что это прошлый век. Причем здесь прошлый век? Многие реснички делают. Я смотрела молодую девушку на ютубе пару дней назад. Она меня моложе лет на 10. Она делала себе реснички. Что это прошлый век? Может быть, прошлый век, который делает вот это вот веером таким огромным. Иди, иди, заходи. Такие, знаете, тяжелые такие, что они прям как пласты на глаза. А это же, ну, натурально сделала она. Я вообще, я даже не думаю, что они у меня на... Я даже забываю о них. То есть у меня нет такого, что мне глаз чешется, или там какая-то аллергия, там, или там, или еще что-то. Я их вообще не чувствую, вообще. Я даже о них забываю, когда начинаю умываться. Я вот так уже умываюсь. Начинаю умываться, только потом за них вспоминаю. Они стали намного мягче, но я их не чувствую. После бассейна, не знаю, посмотрю, как они будут на мне. Так. Так. Это что у меня обвалялось, такие маленькие, видите, я их тоже не выкидываю. Сюда. Сполоснем. И все, день сурка прошел. Наелась мука с грибами, такой сушняк с картошкой. Без ничего, просто картошка и грибы. У меня еще стоит две бутылки, мне надо воды набрать.
Это я вылила цветы. Фу, жара. Ой, да, знаете, я тоже так часто об этом говорю, не такая жара. Нормально я стою в этом, в халате нормально, с меня не течет. Знаете, просто так, ой, фу, жара, какая жара, нормально погода. Так, немножко сделаем потише. Чтоб не сгорело. Наша София говорит, мам, давай мы бутерброды возьмем. А я говорю, я как раз капусту делаю, говорю, Джорджу нравится. Потом говорю, ладно, раз поедем, говорю, так уже без баулов уже отдохнем. Мне море нравится, девчонки, нравится море. Ну, просто как-то оно не хочется мне, не знаю. Песок вот это везде, песни, я не хочу. Нравится, нравится море. Я так сказала, что он мне не... Ну как, оно мне нравится. Ну, это надо брать отсюда в ту. Если, оно мне нравится, если ехать на машине, все. Так, ладненько. Смотрите, я закончила. Какая красота получается. Вот она сейчас у меня обжарится. И все. Я люблю поджаренную. Вот сюда я ее выкладу. Выкладывать буду. Этого бочка еще можно поджарить. Кто любит капусточку, девочки? Там девочки написали, да, просто обжарить с чесночком, с этим. Девочки, ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Готово? Готово. Красивенько? Красивенько. Все, накрываем, пусть остывает. И потом я уберу в холодильник.